В школах и детских садах края усилили санитарные меры. В регионе продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ. Уже болеет более 26 тысяч человек. 70% из этого числа – дети. В образовательных учреждениях должны соблюдать температурный режим, использовать бактерицидные лампы, чаще проводить влажную уборку. Ежедневно в классах и группах ведется мониторинг посещаемости, утренний осмотр детей. Все культурные и спортивные мероприятия отменены. Напомним, если в коллективе заболело 20% детей, вводится карантин. Сейчас в крае остановлен учебный процесс в 35 школах и 68 детских садах.